и от ласточек, и от лягушек, и от рыбок, ну, никакого вреда. Да, одна радость. Да. От всех этих комаров, ну, одно беспокойство. И вовсе не от всех. Кусает нас только часть комаров, те, что женского пола. Вы хотите сказать, что мужчины комары не кусаются? Нет, они питаются в основном нектаром. Как бабочки-красавицы! Да, и помогают цветам в опылении. Выходит, для цветов они пользу приносят? Конечно. Если бы комаров было мало, то и рыбы в пруду было мало. И лягушек. Это почему же? Личинки комаров – лакомство для рыб и лягушек. Многие виды рыб без личинок комаров просто бы исчезли. Ой, нет! Это было бы совсем плохо! Без комаров трудно бы пришлось и твоим подругам-ласточкам, ведь они очень заботливые мамы. Да, у них скоро малыши появятся! А знаете, сколько раз им приходится за день вылетать за кормом? Нет, не знаем. До 400 раз. Вот это да! Ни минуты покоя. Да, а ведь подрастающие птенцы на завтрак, обед и ужин предпочитают комаров и мошек. Выходит, что комары всем нужны. И птицам, и рыбам, и даже цветам. Совершенно верно. А мы от них можем легко защититься мазью и кремом.